в самоизоляции пересматриваю часто семейный видеоархив. Вот сейчас смотрю, как в Кленово сын младший собирал грибы. И поскольку клипов записи я нетерпелив. В этом клипе говорю, было бы как замечательно, что Любов общий дар, прекрасная видеть. Все люди на земле. Такой поверить, пока своими глазами не увидишь, а? Поняли, как бы. Стоят. Вон они все стоят. Вот теперь на видео засняли, покажем. Бывают такие сказки. Вон стоят, все, вон. Вон они стоят. Вот он стоит один, второй, там третий. Где-то тут еще я видел целика, он еще стоит. Ничего, что я вам не помогаю в вашем тяжелом труде. Да нет, есть, вон тут я уже сбился со счету, сколько их тут стоит. Ешкин кот. Это обалдеть, Рэд. А? Ты что за красота такая? О, смотри. Рэд стоит какой. Вон еще один стоит. Ёшкин кот. Стоят. Все прям. Один на одном. Ну ладно. Все видели, да? Вот он, это я. Младший сын Алексей. Ради смеха. О, какая у нас компания. Видите? Вот такими грибами. Ух. Да, вот так вот.